Я вас приветствую. На днях количество подписчиков на канале достигло 20 тысяч. Достигла этой отметки и уверенно ее перешагнула. Я думал сделать какой-нибудь крутой видосик там с экшонистых нарезок, которых много на канале, а потом подумал, чаще всего всякие смешные нарезки либо видосики я выкладываю в группу ВКонтакте в скрытом режиме, то есть доступных по ссылке. И подумал, может быть, стоит сделать небольшой видосик с нарезками вот из этих скрытых забавных видео в этот раз. Получилось вроде неплохо, те, кто присутствовал с нами на тех моментах, определенно словят всякие флешбеки, а те, кого не было, кто новенький, ну, возможно, у него все равно это вызовет улыбку и поднятие настроения. Так что, приятного просмотра, давайте вспомним, как это было. Ждем, все бы их уничтожат. Надо еще посмотреть ровно восток от нас, нет ли там еще Зацени, куда карту положу. Танк стреляет по Брэдли. Ой. Вы конченые, блядь, кто это сделал? Так, у меня лаги теперь охуенно. О, давай гранатометчиком на это. Так, где вам штабы? Сгорят они или нет? Да нет, мы должны проехать. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Сука. Зипа, ты чё, красный? Где он? Чё он не заходит сюда? Я сейчас живой остался. Живой? Да. Как? Каким образом? Там столько места, где проехать, он именно в эту остановку. Как? За что вообще? И какая-то штука, которую надо явно убрать оттуда. Он сейчас поедет. Надо забраться сначала, мы его не убирай, Мэтт, не убирай! Нет! Нет! Держите меня! Держите меня, Север! Давай, бочком, бочком! Удерживай. Туда маленькую доску, спусти еще маленькую доску вниз. Вот так, еще чуть-чуть. Еще. Во-во-во. Во, давай. Все, ништяк. Так, Ань, цепляйся. Блин. Теперь назад. Назад и вверх, вверх ее. Да-да. Нет! Нет! Саня, держи нас! Я не держался, ты че? Короче, прыгайте в воду вниз. Погнали. Ну, часики. Никуда часики мои. Ну-ка на место, бля. Аня, я складываю туда свои шмотки, а ты их оттуда вытаскиваешь. Подожди, это твои шмотки? Тебе не стыдно, блин? Подожди, это ты тут? Нет, серьезно, твои часики? Конечно, давай сюда их, на базу, часики. Еще там была ручка для цевья, давай, я видел. Да-да-да, хуярь. Краснодарский дрифт, блядь. Ну, блядь. Высадка, пацаны. Командир за рулем, командир знает. Пробираются, смотри. Смотри, сзади пробираются. Помогите. Тихо, тут есть одна тема. Дом засыпал. Изи. Так. Он увез эту хрень, смотри. Как в кино, брат. Нет. Нет. Слишком рад. Сядь. Чё? Эта игра просто похуй. На мозг. Прыгай. Информатист. Ура! Оба! Куда ты метаешь?
Walker. Не Пол Уокер, а этот, блядь, лысый, как его нахуй. Розенбаум, что ли? Блядь, я... Это, блядь, не Розенбаум. Во! Форест и графон покрасивший. Ну да, там графон покрасивший. Я эту игрушку первый раз посмотрел. Какую птичку? Да. Ты чё, офигел? Слышь? Чё там сделали? Я чувствую, сейчас будет бунт на корабле. Слышь? Что? Чё там? Давай, на отвертку за гаражами. Должности разделили. Стройте тюрьму! А посадим. Бунт, бунт! Посадим бунтарей в тюрьму. А где, погоди, че? Опа. Нормально? И? Ебать. В смысле? Тигр поехал. Я тоже это видел. Прости. Я тебя сейчас ударю. Вот тебе. Ударю тебя. Посмотри, где мы. Эй, хорош, не надо. Смотри, где мы. Как мы сюда попали? Как мы здесь оказались? Держи меня. Как мы здесь оказались, ты помнишь? Я тебя обнимаю с приятной рукой. Помогите Ане, перекиньте Ане, пожалуйста. Нормально, я сама справлюсь. Или по мху. Да, Ань. Чё она сейчас? Ориентируйся по мху. По мху? Угу. Говорят, мух успокаивает, да? В смысле успокаивает? Если вы заблудитесь, найдите мох, говорят, мух успокаивает. В смысле, мох растет на север. То есть ты сейчас не серьезно предлагаешь искать мох? А тут есть в этой игре? Аня, он просто успокаивает. Ты такая... Мох успокаивает. Ну поняли. Тебе надо свою книгу Аня написать. Я это напишу. Все. Ты просто не знаю. Ты просто знаете, это в копилку великих цитат просто. Выживальщика. Мох успокаивает. В каком виде края и все. Вези нас туда. По центру ее поставь, и можно будет перепрыгнуть просто. Да. Вези, вези. Давай. Еще. Вот, стоп. Да, вот так, наверное, неплохо. Уверены? Да. Давай. Ее шатает. Уверены, да. Можно, пожалуйста, еще немножко подвинуть? Что это? Кошка гребаная. Морис. Да она резко запрыгнула прям на мышку с жопой. Вот так это надо рубить. Захотел вот так. Одной рукой сюда. А, ты что делаешь? Нет. Поворачивай. Потрачено. Жизнь, она едет сзади нас. Смотри на меня. Вот так надо рулить, блин. Догоняй их тебе, блин. Они едут. А я не могу ее нащупать. Может, она еще не добита? Без сознания? Ну это же какой-то там особенности национальной охоты. Легнет сейчас Санька. Лёва, она же живая. Я её вот так вот ножом, а у неё бок вот так вот и нога. Это рефлекс. Блин, а у меня почему-то показалось, Экспро, что не ты первый, а как раз таки Вуслич. У меня тоже Вуслич первый. Ну вот. Заходи в лобби.
Сейчас зайду, подожди, я переодеваюсь. Что ты? Че, Аня уже собралась? Не, Аня там еще спишь, что ли? Я это увидел. Кстати, гляньте, что есть. Смотрите. Ну. А что такое? Ух ты. О! Включайте свет. Мысли. Что такое? Она попала в костер. Дурак. Выключите эту хрень кто-нибудь. Аня, включай фонарик. Фонарик включай. Аня, хватит ржать. Аня, фонарик включай. Все, хватит. Вырубить эту машину смерти, блядь. Переворачивайся. Ладно, давайте все. Я держу, давай. Все, я пропускаюсь, я не буду, честно. Да-да-да, ты пропускаешь. Я не буду, ты пропускаешь. Я не буду, честно. Ну, Мэтт, мы ее держим. Два как Винсона за левую и правую руку. Держи ее, держи. Да-да-да. Что ты сделал? И убежал просто. Я пошел за. Ты должен был руке по стеклицу приложить. Меня, да. Просто... Мы ее держим, кидай бочку. А давай ее схватим за руки и за ноги. Нет, давай, давай за. Ай, я не могу уже просто. Держи, держи ее. Держи бочку. Бочку, бочку держи. Держи бочку. Нет. Все нормально, нормально. Все, неси ее сюда. Ой, до слез, блин. Надо поставить ее, так она хреново будет. Я тоже поставил, не совсем. Чё ты делаешь? Вставлю ее. Вот ее. Тише, 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 тише. Блин. Когда все идет по плану, приходит Таня, бля. Чарли. Пикап. Тормози. Собьет, блин. Это видел, да? Да, это вообще была жесть. А я живой. Вставай, Мэтт. Блин. Что ты делаешь? Как это делаешь? Увози за стол. Что он там делает? Мне интересно. Ты как это делаешь? Вот так вот? Да как вы сюда вообще допрыгивали? Блин, это нереально. Аня. Сейчас я... Мэтт, ты куда нас привез? Вот рыбы нет. Рыба есть. Нам на кордон поедем, я тебе такую рыбу покажу. Ты такую рыбу еще не видел. Бетонная. У меня рука сломалась, по-моему. Как у мясорубки ручка. Зря ты себя накручиваешь. Блин, капец. У меня реально рука сломалась. Что-то как-то, мне кажется... Вообще без третьих добираться. Все живы. Я испугалась больше. Какие у меня красивые сандалии. Есть. Я забросил, слышишь, Мэтт? Я тоже пытаюсь, как ты видишь. Я вижу, как ты пытаешься. Крутит там удочку. Черт, сейчас. Она же меня целится. Смотри, убей же эту ночь. Убей ее. Мимо, мимо. Я заплачу. А ты чё меня целишься? Иди, Мануша. Я Мэтта спасаю. Блин, не туда. Мимо. Ну блин, я его этой рукой так неудобно взяла, поэтому он иногда... Блин. Стреляет. Сам почему-то.
Да что ты будешь делать? Как же с тебя целится-то? Пистолет, блин. Прям над духом у Ани пролетело, прикинь. В принципе. Есть! Да ладно! Мэтт, я спас тебя. Это был последний патрон. Аня, ты садишься, да? Это ты. Аня, это ты? Стой. Я не могу. Стой. Ты себе встал. Вот. Аня за рулем, да? Я полчаса пыталась примостить. Поехали. Жданыч, садись. Я сижу, поехали. Ты точно сидишь? Да. Бана сейчас, чувак. Свят. Так. Просто кадилом так это святой водой на этот вертолет побрызгал и полетел, блин. Сейчас еще один даже. Есть. Давай, Санек. О, это фиаско, блин, просто провалился туда. Фиаско, да. Что с ним не случилось? Давайте прыгайте. Почти, сейчас скоро. Мы готовы. Готовы, пошли. Что? Ой, блин, перелет. Что это было? Че, я не могу прыгнуть. Аня, выпусти нас. Аня. Ты что? Выпусти. Ты реально не можешь прыгнуть? Нет. Что-то молился. Я, походу, так сильно пристегнул ремни безопасности, что не могу. Давай еще. Давай еще заход в триггер. Сейчас слезу. Оп. Дверь закрылась, блин, Аня, отпусти меня. Это не я. Что происходит? Open the door. Выпрыгнуть. Сесть копилот. Аня. Посмотри вправо. На альт. Смотри мне в глаза и скажи, ты меня не хочешь отпускать? Давай, Петас. Печенеги с пулеметами все дела. Блин, а сначала сесть на место позор. Что? Я сейчас сижу в вертолете вместо винта. И винт крутится из моей головы. Аня, это ты сделал? Нет, это ты так говоришь. Да ты ведьма! Поднимай его туда. Скидывай его там в яму вот так вот. И закрываем. Нет! Вау, меня забагало, блин. Отпусти. Я могу, мне страшно. Эй, вы меня прижали, отпустите. Дайте я улечу от вас. Давай. Блин. Нет. Не, мало. Давай. Сын, что ты делаешь? Он горку там ставит. Давай уже, Аня. Ты только что там была нормально, прям близко было. Улетай. Давай. Торпеда. Ой, торпеда, блин, улетела. Трёх очков, и всё.